Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. 75 лет назад началась самая кровопролитная война за всю историю нашей страны. В Сочи в День памяти и скорби вспомнили павших. Внимание на 20 пунктов. В Сочи, как и по всей России, началась инспекция здравниц, принимающих на отдых детей. В крае готовы принять закон по чаеводству. Как он защитит интересы предприятий или, наоборот, отберет земли? Сильнейшие ракетки Европы встретились в Сочи. Стартовал финал командного чемпионата России по настольному теннису. Началась самая кровопролитная война за всю историю нашей страны. Великая Отечественная. 22 июня – день, когда германские войска без предупреждения атаковали Советский Союз. В современной России называют Днем памяти и скорби. С раннего утра в Сочи, как и во всей стране, многолюдно у мемориалов павшим воинам. В их память сегодня зажигают свечи, возлагают цветы, объявляют минуту молчания. В 4 утра, час, когда без объявления войны, немецкий захватчик пересек границу страны и нанес первый удар. У сочинского мемориала зажглись десятки огней, зазвучали военные песни. Сочинцы вспоминали день, навсегда изменивший судьбы миллионов людей и разделивший историю страны на до и после. До сих пор мы не решились, к сожалению, сказать о том, что это был геноцид. Геноцид русского и других народов на территории Советского Союза. Но прежде всего, конечно, тех народов, против которых было направлено острие немецкой оккупации. В 9 утра к вечному огню вновь поднялись сочинцы. Глава города Анатолий Пахомов наряду с сотнями горожан поклонился подвигу советского народа. Среди тех, кто в этот день пришел на мемориал, ветеранов совсем немного. Они рассказывали, что даже прошедшие 75 лет не смогли стереть из памяти первый день войны. Началась война, у нас раньше времени началась в Геленджике, понимаете, мы уже слышались, потому что самолеты летели в Новороссийск, и они уже их сверху не пропускали, и они бросали бомбы. Когда только прогремели первые взрывы, никто и представить не мог, что эта война унесет жизни миллионов советских людей. Точная цифра потерь до сих пор не установлена. А подвиги, конечно, помнят. И сегодня внуки и правнуки героев войны пришли к вечному огню, чтобы еще раз сказать спасибо за мирное небо. Я пришел сюда сегодня, чтобы отдать дань памяти погибшим ветеранам Великой Отечественной войны, которые сложили головы ради того, чтобы мы сейчас могли здесь ходить спокойно. Спасибо им большое за их подвиг. В Краснодаре вместе с колонной ранним утром прошел глава края. К вечному огню Вениамин Кондратьев возложил красные гвоздики. Война разрушала планы, семьи, судьбы, жизни. Но она не согнула народ, волю народа, веру народа в победу. Спасибо, что сегодня вы здесь, что сегодня мы все вместе. Мы всему миру говорим, что мы помним героев этой великой войны, всех, кто погиб. Пока в наших руках будут гореть эти огоньки, они не будут забыты, они будут среди нас. Тогда наши дети, внуки, правнуки и последующие поколения тоже скажут, никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо тем, кто отстоял свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. Мы чтим их память, тех, кто не вернулся с войны. Мы благодарим тех, кто вернулся и сделал Россию экономически сильной и независимой. Мы никогда не позволим перед памятью наших отцов, дедов поставить Россию на колени. Простая стела, серый камень. Широкий, скромный пьедестал, навеки вечный и память, он совестью народа стал. 22 июня 1941 года – День памяти и скорби, но через 1418 дней, 9 мая 45-го, он превратился в праздник победы над фашизмом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В общей сложности в траурном митинге приняло участие 2000 сочинцев. Памятные мероприятия прошли во всех районах курорта, в том числе и в Красной Поляне. Митинг памяти организовали возле известного не только в Сочи бронзового солдата. Обо всем по порядку. Ольга Десятова.
Бронзовый солдат, сжимающий в руке каску, склонил голову в память о погибших. 60 лет этот собирательный образ советского солдата, увековеченный в бронзе, украшал центр Таллина. После власти этой прибалтийской страны решили его перенести, что вызвало массу протестов по всему миру. Сочи стал одним из городов, где установили копию монумента. День памяти и скорби краснополянцы по недавней традиции отмечают у бронзового солдата. А митинг памяти, слова благодарности и возложение цветов в память о краснополянцах, не вернувшихся с войны. Таких имен 186. Уроженка Кропоткина и уже старейшая жительница Поляны, труженица тыла Анна Мойцева, хорошо помнит день, когда началась война. 4 часа слышим стуки в стенки, все стали стучать. Кричать тут стали, в жакте выбегать. В чем дело? Война. Ну, женщины все стали кричать, плакать. Мне до сих пор непонятно, почему мы бежали на вокзал все. Военную историю Красной Поляны знает каждый житель поселка. Во время Великой Отечественной войска из Германии рвались в Закавказье. И именно на подступах к Поляне были разбиты. Кроме того, штаб нашей 20-й горно-стрелковой дивизии базировался здесь, в поселке. У нас был дом 8 комнат. 4 комнаты они заняли, потому что зима, холодно. Которые приходили, мокрые, остаются эти, которые уже высохли, отдохнули на перевал. Историю Красной Поляны во время Великой Отечественной собрали в одном музее. На стендах 65-й школы фотографии, письма, документы военных лет, оружие, личные вещи солдат. Музей создавали 2 поколения – школьники и те, кто знает о войне не по рассказам. Такая связь поколений, так необходимая сегодня. Это будет та дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам, которые положили свои головы в этой священной войне ради сегодняшнего мира. В поселке осталось всего 4 участника войны. Еще 56 – это ветераны и труженики тыла. Каждому из них, говорят в поселке, большой почет и уважение. И большое внимание, несмотря на дату в календаре. Ольга Десятова, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Около 80% государственных услуг в крае перевели в электронный вид. Такое поручение глава региона давал еще в прошлом году. Вениамин Кондратьев посетил один из лучших МФЦ Краснодара и проверил, как налажена работа. Подробности у наших краснодарских коллег. Оформить право собственности, получить загранпаспорт или путевку для ребенка в детский сад – все это уже давно можно сделать в одном месте. В МФЦ сегодня предоставляют больше 230 различных государственных и муниципальных услуг. Никаких хождений по кабинетам или переездов из ведомства в ведомство. Все в одном окне. Очень внимательные сотрудники, где что-то непонятно, подсказывают. Очень быстро меня приняли, обсудили все, рассказали, что нужно сделать. Вот вопросов никаких не возникло. Очень комфортные условия для детей, так как здесь новая площадка. Очень чисто, все аккуратно. Очереди нету практически вообще никакой. Заходишь, что угодно, тут можно все справки заказать, все оформить. Этот многофункциональный центр в Краснодаре сегодня скорее образец для подражания, чем один из множества. В день 47 специалистов в окнах принимают больше 1500 человек. Сегодня одним из посетителей стал Вениамин Кондратьев. Глава региона пообщался с сотрудниками и проверил, как налажена работа в самом современном МФЦ Кубани. Всех услуг 237. 30% из них муниципальных, остальные федеральные. Жизнь нельзя построить по шаблону. Есть нюансы. Есть нюансы с недвижимостью и с иными там, как бы, житейскими проблемами. Поэтому я почему спросил, насколько универсальна система, насколько ее можно трансформировать под конкретную ситуацию конкретного человека. Это очень важно. Нюанс. Потому что сегодня форма соблюдается, шаблон есть, безусловно. Я думаю, 70%, 80%, а может 90% ничего не меняют. Но будет 10%, а может быть даже 1%. И вот даже 1% должен уйти отсюда довольным. Даже 1% людей, которые сюда пришли. Индивидуальный подход к каждому клиенту должен быть во всех МФЦ края, требует губернатор уже на селекторном совещании. Проводит его Вениамин Кондратьев тут же в здании многофункционального центра. Всего в регионе сегодня 55 таких офисов, но большинство из них явно уступают этому современному МФЦ, замечает глава Кубани. Особенно это касается небольших городов и станиц. Мы должны сегодня сделать качество услуг и спектр услуг, что в Краснодаре, в столичном городе, что в районных центрах одинаково. Вот это очень важно. Услуги жителей села, жителей хутора, районного центра, по большому счету, и жителей Краснодара должны получать одинаковые.
Среднее время ожидания в очереди во многих центрах сегодня не превышает 10-15 минут. Однако и их можно сэкономить. Достаточно всего лишь зайти на правительственный интернет-портал, оставить заявление и ждать результаты дома. Этот способ все больше пользуется популярностью среди кубанцев. Например, рождение ребенка. У него родился ребенок. Ему необходимо подать заявку для того, чтобы получить материнский капитал. Раз. Он может приложить копии документов в электронном виде и получить эту услугу даже из дома, не заходя в МФЦ. И мы видим сейчас, что этот портал, он гораздо большей популярностью пользуется, чем нежели тот, который работал в 2015 году. Эта система еще будет дорабатываться, но уже сейчас в электронный вид переведено около 80% всех региональных услуг. Мы ставили задачу перевести не менее 70% всех услуг, которые предоставляют региональные и муниципальные органы власти, в электронный вид. Значит, мы переработали портал предоставления госуслуг, который мы сегодня вам тоже... Сергеевич, вот, ну, опять-таки, я задачу, конечно, ставил, но просто перевести там 70% услуг ради того, что их перевести в 70% услуг, мне не нужно. Поверьте, мне нужно, чтобы люди знали о том, что сегодня есть эта возможность у них в МФЦ эту услугу получить. Давайте ориентироваться вот на это. Понимаете, вот сегодня должна понимать, что я поставил задачу. Но я поставил задачу для того, чтобы сегодня жители края не ходили по кабинетам, время не теряли. Мне очень важно понимать, что люди доверяют МФЦ. Система работы многофункциональных центров должна быть прозрачной, а главное, понятной для каждого жителя края, ставит задачу Вениамин Кондратьев. Чтобы без лишних проволочек и бюрократизма кубанцы смогли получить абсолютно любую госуслугу. И в этом направлении еще нужно работать, считает губернатор. Мы должны этот механизм, который сегодня запущен, сделать еще качественнее. А для этого нужно все вместе стараться. Еще раз подчеркиваю, мы должны все вместе, невзирая от ведомственной принадлежности, подчиненности, идти навстречу друг другу. Это самое главное. И поверьте, результатом нашей работы будет не количество, наверное, МФЦ, хотя и это тоже. А когда МФЦ станет бытовым и деловым партнером и жителей края, и бизнеса. Как посчитали специалисты, сегодня услугами МФЦ пользуется каждый взрослый кубанец. Уже в прошлом году число обращений почти сравнялось с количеством жителей края и достигло 5,5 миллионов. Мария Крошная, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи, как и по всей России, началась инспекция здравниц, которые принимают на отдых детей. Проверить их работу еще раз было решено после трагедии в Карелии, где во время прогулки на озере погибли воспитанники летнего лагеря. Комиссия, в составе которой представители прокуратуры, полиции, мэрии, Роспотребнадзора, госинспекции по маломерным судам и МЧС, посетила несколько зон отдыха юных россиян на курорте. В целом проверяющие остались довольны, но и претензии все же были. Какие, знает Татьяна Говоркова. У нас есть заключение ГИМСа на открытие пляжа. Я говорю, ладно, возьмите. Чтобы комиссия дала зеленый свет для отдыха юных россиян, собственники должны выполнить около 20 пунктов из списка первоочередных мер безопасности. Главное – это количество персонала. К примеру, на этом небольшом пляже дежурить обязано не менее 3 спасателей. Должна быть и спасательная шлюпка. Особое внимание к медкабинету. Комиссия предупреждает собственников и арендаторов. Проверки теперь будут внезапные. Зоны для отдыха детей на море должны соответствовать требованиям специальных норм безопасности все время работы пляжей. Тем не менее, представители мэрии курорта уверены, ЧП, подобное тому, которое произошло в Карелии, в Сочи, не могло произойти. У нас до автоматизма распространение информации просто на уровне подсознания. Если руководители наших лагерей оздоровительных, всех субъектов, кто занимается организацией отдыха, получили штормовое предупреждение, тут же автоматически они включают режим штормового предупреждения, как произошло в Карелии. Это недопустимая ситуация, это полная профанация и полный непрофессионализм. Конечно, такого в нашей системе не могло произойти, это 100%. Об усилении в Сочи контроля за санаториями, отелями и пансионатами, где отдыхают дети, говорил на совещании и глава города. Мэр подчеркнул, все средства размещения на курорте прошли аттестацию и получили паспорта готовности. Теперь необходимо усилить контроль за выполнением требований и напомнить всем, кто организовывает отдых детей, что они несут персональную ответственность за безопасность юных отдыхающих, о чем, по всей видимости, забыли в лагере в Карелии. Равнодушие, цена, когда не выполняются инструкции, цена расхлябанности, но она дорогая цена. Это дети. И естественно, что всем нам надо сделать
выводы. Инспекционным группам, они сформированы в каждом районе курорта, предстоит проверить около полусотни средств размещения, которые принимают организованные группы детей, и провести там дополнительные инструктажи по безопасности детского отдыха для персонала. Итоги рейдов подведут в мэрии города в начале следующей недели на специальном совещании. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. 29 июня в первом чтении будет принят проект краевого закона по чаеводству. Об этом сообщили депутаты ЗСК, которые приняли участие в совещании по вопросу эффективного и рационального использования земель сельхозназначения. Продолжит Елена Овсецина. Депутаты ЗСК разработали законопроект о развитии чаеводства в регионе. Документ объясняет, что такое чайное производство. Также создается реестр чайных плантаций. Сведения должны предоставить чаеводы и местные власти. Как раз незадолго до этого в Сочи были проинспектированы плантации. Нет нареканий к таким, например, предприятиям, как Мацестинский чай, Хоста чай, зато отличился Дагомыс чай. Из 263 гектаров в порядок привели только 39. Остальная территория не используется по назначению. Я полностью поддержу чаеводов. Полностью. Какая нужна поддержка? Но я хочу и требую, чтобы наша немногочисленная земля была в полном объеме задействована. Первая чайная плантация в Сочи была заложена в 1901 году. Некогда процветающая отрасль российских субтропиков сегодня нуждается в оздоровлении. Более того, 400 человек готовы взять земли в долгосрочную аренду, но собственники приватизированных земель предлагают только на 11 месяцев. Вкладывать силы и средства в землю, которую уже через год могут забрать, фермерам-арендаторам невыгодно. В итоге плантации зарастают дикой ежевикой. Это и есть неэффективное использование земель сельхозназначения. Идет деградирование земли. Это тот фактор, который на сегодня позволяет одномоментно принимать решения в судах, и оспорить будет его сложно. Если на сегодня там колючка и ни одного килограмма чайного листа не собирается, это основание для изъятия. Более того, земли сельхозназначения стали переводить в земли поселений. Строить там дома – это недопустимо. При любой попытке таких действий земли будут изыматься. Для того, чтобы было выгодно заниматься именно чаем, в помощь новый законопроект, в его рамках утверждаются виды государственной поддержки чаеводам и производителям посадочного материала для этой отрасли. Им возмущается часть затрат, к тому же увеличивается в 2 раза размер субсидии. Наконец, согласно законопроекту, наименование «краснодарский чай» может использовать любой производитель напитка из листа, выращенного на Кубани. Ранее краснодарским считался только чай, выращенный в Сочи. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Кубанинэнерго предупреждает. В рамках программы «Безопасная энергетика» специалисты сочинских электросетей продолжают занятия, направленные на профилактику детского электротравматизма в летних пришкольных лагерях. Сегодня они посетили воспитанников 22-го лицея. Там ребятам энергетики рассказали про безопасное электричество, а в самом образовательном учреждении организовали уголок электробезопасности. Уголки электробезопасности скоро появятся во всех образовательных учреждениях города. С таким наглядным пособием, уверены в сочинских электросетях, школьники станут более осведомленными и запомнят, что энергообъекты не место для игр и развлечений. Особое внимание профилактике несчастных случаев руководство Кубанинэнерго уделяет во время летних каникул, когда у ребят больше свободного времени. Дети из-за того, что не умеют пользоваться электроприборами, попадают под действие и поражение электрическим током. Мы считаем это недопустимым. Сочинские электрические сети Кубанинэнерго считают одной из самых приоритетных задач — это реализация программы «Безопасная энергетика». Вот эта безопасная энергетика как раз направлена на ликвидацию детского электротравматизма. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, нельзя запускать воздушных змей вблизи линии электропередачи. Ребятам напомнили, что игры вблизи электроустановок опасны для жизни. Безопасности детей Эдгар Армаганян придает значение не только как руководитель энергетической компании, но и как народный избранник. Плодотворная совместная работа в этом направлении ведется в тесном сотрудничестве с депутатом Законодательного собрания края Александром Звягиным. Сегодня он посетил урок электробезопасности и отметил большую важность таких занятий. Мне очень приятно, что сегодня в этом мероприятии проводится совместно с одним из депутатов городского собрания Сочи, Эдгаром Адаманяном, округ которого по выборам городского собрания Сочи входит в мой округ, как депутата Законодательного собрания Краснодарского края. И все наши планы совместные по 22-му лицею
которые были намечены на этот год, мы, в принципе, выполняем, скажем, уже больше при выполнении плана. К слову, знания, полученные в ходе занимательных уроков, школьникам интересны с точки зрения выбора будущей профессии. Выпускники лицея в основном поступают в вузы технической направленности. И в этом смысле очень здорово не только обучение технике безопасности со сложным электричеством, но и дальнейшие профориентационные мероприятия, которые мы планируем на будущий год очень плотно проводить. Детская безопасность – это задача взрослых, отмечают энергетики. Говорить с детьми об элементарных правилах должны и сами родители. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. С верою в сердце. В Сочи сегодня открылась выставка православия. Православную выставку-ярмарку компания «Сочинские выставки» проводит уже в 14-й раз ежегодно. Она собирает сотни верующих и тех, кто делает только первый шаг на этом пути, расскажет наш корреспондент. Открывать выставку православия молебном стало уже традицией. Молиться, говорят священники, нужно перед началом любого доброго дела. Такова, безусловно, и миссия уже 14-й по счету выставки. Приобщить к духовному как можно больше людей, а значит и сохранить традиционные культурные ценности. Здесь, прикоснувшись к неким святыням, к неким традиционным ценностям православия, человек может больше узнать и сделать уже шаг к приходу в церковь более уверенным. На выставку в этом году приехало более 100 храмов и монастырей со всей России, а также из Греции, Молдавии, Израиля и Белоруссии. Почти возле каждого стенда можно прикоснуться к привезенным православным святыням. Храм святого мученика Авраамия из города Болгар на выставке впервые. Сюда из Татарстана привез на выставку чудотворную икону целителя Пантелеймона Великомученика. 18 век, написано на фоне. Он вымаливает у Господа Бога пред престолом Божиим телесные, душевные и духовные болезни, исцеления. На других стендах можно заказать молебны, приобрести иконы, православные сувениры, книги, постную пищу, а также оказать посильную помощь монастырям, приходам и приютам. В рамках выставки проходит большое количество интересных мероприятий. Это встреча с духовенством. Задайте специальная программа, задайте вопрос священнику. Это демонстрация православной фильмов, авторские встречи, православные выставки. Каждая православная выставка-ярмарка в Сочи – это большое событие в духовной жизни края. Кстати, проходит она по благословению митрополита Исидора. Всех желающих организатор Сочинские выставки приглашают посетить ее до 27 июня. Выставка в гранд-отеле «Жемчужина» работает с 10 до 18 часов. Вход свободный. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Научно-образовательный форум «Здоровье России» открылся в Сочи. Он пройдет на курорте с 22 по 25 июня. Свой павильон в выставочном центре у Морпорта на улице Несебрская, 1Б, представила компания «Современная медицина-2020». Компания «Современная медицина-2020» работает на рынке услуг уже больше 5 лет и успешно зарекомендовала себя в России. Официальный представитель стационарных и портативных ультразвуковых систем «Сонаскейп» в Южном, Крымском и Северокавказском федеральных округах предлагает несколько вариантов оснащения лечебных учреждений различного типа. Современное медицинское оборудование прекрасно подойдет как для частных медицинских кабинетов, диагностических центров, так и для хирургических стационаров, основным направлением которых является эндовидеохирургия. Эта малотравмирующая операция проводится без разреза полости под контролем видеокамер. Также компания предоставляет услугу «Медицинский центр под ключ». Консультирование производится как на этапе строительства, так и до момента ввода в эксплуатацию объекта. Мы можем предоставить эксклюзивные условия для наших партнеров. Это включает и поставку оборудования под ключ, сервисное обслуживание, понятно, минимальная цена, если возможно, если это необходимо, мы решаем вопрос по рассрочке. В данном случае, я думаю, что цель нашей компании – это развитие медицинского бизнеса не в качестве повышения цены, а в качестве цена-качество. То есть тогда, когда за минимальную цену владельцы частных медицинских центров могут покупать правильное, классное оборудование –
и не вбивать стоимость дорогого оборудования в себестоимость продукции. Благодаря этому оборудованию можно провести точное обследование пациента и диагностировать все виды заболеваний на ранней стадии. Все 16 видов аппаратов УЗИ, стационарные, портативные, видеоэндоскопы, гастроколона, бронхо, назоларингокольпоскопы, портативные рентгены, автоматические стерилизаторы и бахилло-машины можно увидеть на стенде компании «Современная медицина 2020» и в демонстрационном зале. Он находится по адресу город Краснодар, улица Бабушкина, 177. Справки по телефону 8 961 595 1999. В случае необходимости возможно проведение бесплатной апробации оборудования на территории заказчика. Сочи принимает финальный этап командного чемпионата по настольному теннису. Турнир продлится до 26 июня. 8 сильнейших клубов России разыгрывают медали в мужской и женской премьер-лигах. В течение 5 дней любители спорта могут увидеть игру ведущих теннисистов мира. В Сочи приехали 16 сильнейших клубов России. Причем среди этих клубов есть и сильнейшие клубы Европы. У нас среди мужчин играют команды УГМК из Верхней Пышмы, которые очень высоко котируются в Европе. И неоднократный чемпион европейских кубков «Факел Газпрома» из Оренбурга. Цвета «Факела Газпрома» защищают многократный чемпион Европы, лидер сборной Германии Дмитрий Овчаров и легенда европейского настольного тенниса 40-летний белорус Владимир Самсонов, который более 20 лет является топ-спортсменом мирового уровня. В рядах команды из Верхней Пышмы шестая ракетка мира японец Юн Мидзутани и лидер сборной России Александр Шибаев. Он в августе будет представлять Россию на Олимпиаде в Рио. Сильную конкуренцию клубам с именитыми легионерами окажет и команда из подмосковного Видного «Спарта НК», за которую играют опытные российские теннисисты Алексей Левенцов, Василий Лакеев и Вячеслав Буров. Они настроены завоевать в Сочи медали не ниже бронзы. В женской премьер-лиге принимает участие лидер регулярного чемпионата «Родина» ФНТ АО из Архангельска. Всего в чемпионате заявлено 250 спортсменов. Вход для зрителей в комплексе единоборств «Югспорт», где проходит турнир, свободный. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Гранд». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта. Отделочные материалы, двери, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.